Вооружившись мусорными пакетами в праздничных шапках, активисты движения «Севсвалки» снова отправились на уборку любимого города. Место для 63-го субботника выбрали не случайно. Небольшой парк в районе Фиолентовского шоссе. Один из самых неухоженных. Последний, да, предновогодний 63-й наш субботник. Проводим мы его в районе лесополосы. Мы условно обозначили как в районе хутора Пятницкого. Как бы очень замусоренная территория, крайне редко здесь убирается, очень много мусора, огромное количество. Ну и мы движемся в сторону хвойного леса, чтобы закончить, хоть как-то создать предновогоднее настроение. Бутылками, старыми покрышками и другим бытовым мусором все буквально усыпано. За полчаса работы собрали полсотни мешков. Координатор проекта Илья Киселев отметил, что в наступающем году движение «Севсвалки» ждут перемены. Сегодня нас около 40 человек, даже чуть-чуть больше. Очень много детей школьного возраста. Они прямо вместе довольно организованно приходят. Усиливать работу, вести мониторинг за контейнерами, площадками и немножко автоматизировать наши процессы. То есть, ну, это в начале года, вы знаете, мы заканчиваем работу над обновлением системы. Тех, кто ударно потрудился, «Севсвалки» угощали горячим чаем и сладостями. Дарья Юхновская, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро».